Рижская дума перенаправит 46 миллионов евро на финансирование четвертого этапа проекта Южного моста. Ранее эти средства в фонде выравнивания планировалось потратить на первую очередь строительство Рижского северного коридора. Согласно задумке самоуправления, на полученные деньги будет продолжена прокладка улицы Яниса Чаксте от улицы Зепна и Кална до Вены Безгатве. Таким образом, удастся разгрузить небольшие улочки и мосты Риги от едущих в направлении Елгавы транспортных средств. Также часть этих денег может быть использована для перестройки окрестностей моста через Булюпе и улицу Даугавгривас. Мы тогда будем начинать с улицы Флотес, по строительству которой мы уже будем получать разработанный проект. А насчет этого магистрального транспортного узла Земгельского направления мы тогда уже будем готовить всю документацию, чтобы начинать проектирование. Если это будет все идти и будет получено это утверждение, ну, до конца 2020 года. В свою очередь, когда начнется строительство Северного коридора, самого амбициозного инфраструктурного проекта столицы, до сих пор неизвестно. Предположительно, его стоимость может составить 1,5 миллиарда евро. Протяженность Северного коридора составит 30 километров, и он должен соединить окружную дорогу возле Бабите и Видземское шоссе в районе Берги.